Вот пружинка сцепления, ее надо туда надеть. И вся загвоздка в том, что, казалось бы, можно вот эту. Хоп, она тут не лезет. Потому что здесь резьба накатанная. Пробовал я вот так крутить, не выкручивается. То есть эту резьбу накатывали уже вот при надетой этой втулке. Вообще капец. А с другой стороны, вот такой пятачок развальцованный. Видите, он даже на токарном станке сделан. То есть эта шпилька сначала точилась. Точилась с грибком. Шпилька выточена с грибочком, вот с таким. Потом надета вот эта вся трихомудия. Технологии ебать, блядь, советские. Потом надета вот эта трихомудия. И на конце накатывали резьбу. Вот, и мне что-то перехотелось пружинку туда ставить. Слишком много геморроя. Работает вся вот эта масляная система следующим образом. На сжатие. Вот этот поршенек, он плавающий. Так, так, вот так ходит. Когда сжимается шток, он вот так отходит. И за счет того, что там дыра огромная, там такая шпилька стоит. И огромная дыра. Через нее масло вот так, когда сжимается, через эту огромную дыру по вот этим четырем каналам масло сюда переходит, в эту полость. Потом, когда шток вытягивается, эта херня маслом вот так давится. И масло обратно выходит очень лениво через неплотности. За счет этого получается, что на разжатие очень туго идет. И теоретически эта пружинка нахер не нужна, так как масло тормозит отбой. Короче, не получилось у меня залить более густое масло, потому что вот эту стойку я в гараже в другом перебирал. Видите, она чистенькая. Вот эту стойку, вот эта стойка грязненькая, я решил просто слить с нее старое масло, остатки масла, и залить новое. И когда я сливал старое масло, я слил 180 миллилитров густейшего негрола. А сейчас я залил более жидкое ТАТ-17. И все равно она отдает при сжатии. Ну, я 250 миллилитров залил и сюда, в оба пера, и сюда. И все равно при сжатии она отдает. Так что необходимость пружинок, хоть там и в комментах на ютубах пишут, что все там должно работать с нормальными этими настройками, это все пиздеж. Там самое популярное видео, где мужик говорил, что после 1000 километров с конвейера все они начинают стучать. Это я с ним согласен, и без пружинок на отбой ничего у вас не получится. Ну, если только поршеньки новые не вытащить. Поршеньки и крышки на поршеньки с резьбой новые, чтобы дырочки были более плотные. Тогда, может быть, что-то получится. Так как пружина сильно сжата, то я вот показывал вам, что нажим вообще без сопротивления на разжим с некоторым сопротивлением. Но пружина настолько сильно сжата в ненагруженном положении,
что это усилие разжима, ну, скорость разжима такая же, как при сжиме. Вот так вот сильно пружина на разжим разжимает. Всем пока. Ставьте, короче, пружинки на отбой от сцепления. И все.